Молодежный театр студии «Абсурд» провел день открытых дверей во Дворце творчества детей и молодежи. Зрители пообщались с руководителем театра и посмотрели пластический спектакль «Снегурочка». Мастерством новых актеров наслаждалась и наша съемочная группа. Снегурочка, живи и помни! Страшись, Кирилл, и любви! Несут они тебе лишь только гибель! Пластическая сказка «Снегурочка» была поставлена театром «Абсурд» в прошлом году. На дне открытых дверей юные артисты демонстрируют уже готовую постановку. Это своего рода отчетная творческая работа коллектива. В студии занимаются 35 ребят. Они с удовольствием возвращаются на театральную сцену после каникул. Многие ходят в театр по 5-7 и более лет. Каждый раз все новое. Когда ты выходишь на сцену, ты как будто бы переживаешь все в первый раз в нашем театре. Мне нравится то, что наш коллектив как большая семья. Каждый друг друга поддерживает и сопереживает друг другу. Каждый год коллектив пополняет молодая плеяда артистов. Как говорится, свято место пусто не бывает. Я очень мало. Я с этого года начала сюда ходить. С начала где-то примерно в конце лета. Потому что у меня тут занимаются как бы уже знакомые люди, и я очень хотела здесь заниматься. Мне кажется, что это очень развивает тебя, дает тебе уверенность, возможно, тебе это пригодится во взрослой жизни. В семье Горюновых уже целая династия актеров театра «Абсурд». Старшая дочь получила высшее образование и работает хореографом в театре. Младшая занимается уже 10 лет, и даже внук начинает пробовать себя на театральных подмостках. Мне самой нравится, как бы они воплотили мою мечту детства, так скажем, их по хореографии и по театру. Я считаю, что лучше пусть они чем-то занимаются, тем, что нравится, тем они будут на улице где-то. На дне открытых дверей ребята продемонстрировали работу по ритму и пластике, этюдные наработки, мастерство художественного прочтения текста. Нам в этом году исполнилось 10 лет, и мы в этом году получили звание «Образцовый коллектив». Мы ждем вас, наши любимые зрители. У нас впереди большие интересные постановки. Мы очень рады вас всех видеть. Занятия в театре-студии проходят 3 раза в неделю. Здесь все по-взрослому. К работе относятся серьезно. Не случайно спектакли и новогодние сказки каждый год собирают полные залы.